Всем привет, меня зовут Макс Браун, и вы смотрите новый выпуск программы «Блогер». И сегодня расскажу вам о немалоизвестном видеоблогере, о Максиме Голополосове. Похож на ведущего на каком-то музыкальном канале. Макс Кош? Плюс 1500. Максим, меня зовут. Да, вроде. Здорово, народ! Добро пожаловать в плюс 100-500! Все как у людей, а потом дядя Мух улетит и даже не позвонит тете Мухе, потому что у Мух нет телефонов. Всем известно, что дети сейчас развиваются очень быстро. В общем, зацените, первый в мире ребенок, который развил себе сверхспособности. Максим Голополосов, популярный российский видеоблогер и обзорщик. Автор и ведущий интернет-проекта «Плюс 100-500», который, по словам Максима, является русской версией шоу Рэя Уильяма Джонсона. А, я понял! Чувак, который все это снимал, тоже в тренде, и у него такой же прикид есть. Только колготок не хватает. Вот он и интересуется. Первый видеоролик появился на сайте YouTube 28 августа 2010 года. А парни из старшего отряда отняли у него всю еду, да еще и решили поиздеваться. Заставили нести всякую х**ю и щекотать его. Каждый выпуск выходит с периодичностью около одного раза в неделю. Суть передачи заключается в показе популярных видеороликов на YouTube, обильно удобренных матерными комментариями. И на счет три... Все ваши болезни и проблемы уйдут. Раз, два. Все, тайна века раскрыта. Можно писать об этом в газетах и учебниках истории. Нецензурная брань во всех выпусках, а также ковер с леопардовым окрасом в качестве фона и является отличительной чертой его передач. Все знают, что я неравнодушен к бомжам. А все потому, что... Я сам бомж! А это, я думаю, не очень приятно. Количество просмотров на каждом выпуске шоу «Плюс 100-500» колеблется от 2 до 9 миллионов. Общее количество просмотров видеоканала «Адамс Томас Морган» превышает 67 миллионов, а вот подписчиков больше 1 миллиона. На канале «Плюс 100-500» теперь 4 миллиона подписчиков! Спасибо вам, блять, какое огромное! Каждому, кто входит в эти 4 миллиона, я посылаю просто тонны любви. И желаю вам столько денег, сколько у меня подписчиков на канале, причем в английских фунтах стерлингов. 21 сентября 2011 года на сайте телеканала «Перец» появился анонс, в котором сообщалось, что шоу «Плюс 100-500» теперь будет выходить и на этом канале. В телевизионном варианте передача длится 20 минут и представляет из себя как компиляцию видео из интернет-выпусков, так и эксклюзивные выпуски, снятые специально для ТВ. Вот мы можем смеяться, а он просто йогой занимается и неожиданно шел и нашел свой покой. На телевидении «Плюс 100-500» появилась цензура. Ненормативная лексика запикалась, а когда Максим Голополосов произносил ее, у него на губах появлялась черная метка с логотипом сайта «Карамба ТВ». Это был «Плюс 100-500», меня зовут Максим. Пока. А теперь пришло время для нашего традиционного опроса, и мы выясним, знают ли Максима Голополосова жители Казани. Знаешь ли ты, кто изображен на этой фотографии? Да, Макс. Ну, Максим плюс 100-500. Знаете, похож на ведущего на каком-то музыкальном канале. Да, плюс 100-500. Макс 100-500. А чем он занимается? Он снимает видео, про ролики рассказывает. Эджет ведет какого? Программу на перце. Скорее всего, виджей. Макс Кош, видеоблогер. Плюс 100-500, ведущий. Макс, что ли, его зовут? Я не знаю, помню. Макс, плюс 100-500, видеоблогер. Плюс 100-500, на имя не знаю. Знаю, что ведет программу. Ой, блин, это же это. Ну, куда ты пошла? Я никуда. Кто это? Это Макс 100-500. Он снимается плюс 100-500. Да? Максим плюс 100-500, да. А чем он занимается? Видеоблогер. Да. 100-500 ведет Кадары. А зовут его как? Максим. Да, наверное. Ну, знаем. Ну, там он этот, видео всякие снимает, да? Плюс 1500. Максим тебя зовут? Да, вроде. Сегодня мы опросили 30 человек, из которых Максима Голополосова узнала 25. На этом выпуск подошел к концу. С вами был Макс Браун. Увидимся на ITV.